Все мы помним, в каком затруднительном положении оказался Адам, когда Господь Бог поручил ему давать имена растениям и животным, которыми был населен Эдемский сад. Адам явно мучился и страдал под грузом ответственности перед потомками. Это и понятно, ведь мудрецы утверждают, что имя является особым знаком, ибо оно наделено энергией и способностью предопределять судьбу того человека, или того предприятия, или того населенного пункта, которое это имя получает. Интересно, задумывались ли над этим те люди, которые выбрали имя для нашего города, а также называли расположенные в нем учреждения и улицы? С этими вопросами я направился к Юрию, которому сейчас приходится принимать непосредственное участие в перекраивании топонимики города. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр. А почему вы сегодняшнюю встречу назначили именно здесь? Потому что мы находимся с вами сейчас возле здания, в котором присваиваются имена и названия, с которыми нам с вами вместе жить и всем остальным. Да, и мы можем посмотреть. Думаю, да. Скажите, пожалуйста, а вот как вы оцениваете деятельность вот, предыдущих адамов, их действиях? Есть какая-то логика? К сожалению, часто побеждала не логика, а в некоторых случаях, например, четкий прагматизм. И тогда мы видим название улиц с одинаковым именем, но с разными номерами. Первая, вторая, третья, военные, слободские и так далее. Или иногда побеждает чистая идеология. То же самое и в названиях предприятий и учреждений. Ну вот, например, куда может идти предприятие, названное в честь революционного поэта, стихов которого никто из работников не читал? Или, например, учреждение, названное в честь коммунистического лидера или имперского какого-то героя, в то время как страна сегодня идет в абсолютно другую сторону. Знаете, сейчас в тренде такие патриотические, я бы сказал, националистические названия. Была себе контора, называлась «Рога и копыта». Вот, а теперь она называется имени Пилипа Орлика. Она ничего, кроме воздуха, не производит. Но вот этим громким именем она прикрывается, как фиговым листком. И мы точно знаем, да, кто это делает. Мы знаем, что люди, которые себя так называют, они неискренны. Да, но мы их не останавливаем. Почему так происходит? Наверное, потому что привычка заигрывать с идеологией находится у нашего общества в крови. Послушайте, а может стоит поменять кровь? Радикально. Из старых улиц в Николаеве только 5 избежали временных переименований. Артиллерийская, Севастопольская, Инженерная, Радостная и Левадовская. Первая попытка наименования была предпринята в 1822 году полицмейстером Федоровым. 13 продольных и 7 поперечных улиц должны были получить новое название. Однако главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор Николаева Алексей Грейк, не утвердил проект. Мотивация его решения была проста. Город еще слишком молод, а в его биографии не накопилось значимых событий, которые могут быть достойно отражены в названиях улиц и площадей. В 1835 году уже другой полицмейстер Григорий Автономов представил адмиралу Михаилу Лазареву вариант наименования 60 городских улиц. Этот список был утвержден военным губернатором. Тогда же город получил деление на районы или, по тогдашней терминологии, части – городовую, адмиралтейскую и херсонскую военную слободку. Политическая конъюнктура не сопровождала новое название улиц и площадей Николаева. Экипажеские, кузнечные, конопатные, столярные и другие указывали на географию расселения ремесленников. Слободские, военные, поперечные и продольные также гармонизировали пространство и не вызывали внутреннего отторжения у горожан.
корабельная столица развивалась, и новая география постепенно становилась кровью и плотью николаевцев. После Октябрьской революции 1917 года большевики поменяли все названия по своим политическим соображениям. Улицы получили новые имена, которые приживались трудно. Население не воспринимало улицу Карла Маркса и продолжало ходить по Рождественской. Люди сворачивали не на Розу Люксембург, а на Никольскую. Сидели на скамейках в Капытовском сквере и вечерами гуляли по Адмиралтейской, а не по Карла Маркса. Политические названия обезличивались медленно. Это была инородная география для города. В 1941 немецкие оккупанты вернули всем улицам, площадям и скверам старые дореволюционные имена. В 44-м все опять возвратилось на свои места. Корабельная топонимика не выдерживала такого шторма. Горожане стали давать местам свои названия. По мнению социопсихологов, это коллективная подсознательная защита своей территории. Так появились маргинальные нули, на приступках, рваные паруса, горбатый и прочее. Сегодня нам вновь нужно привыкать к новым именам и вновь по политическим соображениям. Вы сейчас один из адамов, но в том смысле, что вы входите в комиссию по декоммунизации городского пространства. Ну, как известно, задача этой комиссии – изменение названий, которые нам вот остались в наследство от советского прошлого. Ну и как это быть вот, в шкуре адама? Я скажу одно. Первому адаму было гораздо легче. У него не было такого количества советчиков. Он советовался. У него не было слов. Нет, у него, да, у него и слов, может быть, было меньше, но он советовался только с собой, ну и с Богом. И, в принципе, если говорить о результате, то изначально у него все очень неплохо получилось. И с кем советуются наши современные адамы? Я на эту тему промолчу, скажу лишь только одно, что рождение новых старых имен происходит с болью. Они рождаются просто как дети. Ну, с одним именем, мне кажется, нам повезло, да? То есть это вот названием нашего города, Святой Николай, Покровитель. Кстати, не нужно переименовывать город. Я с вами согласен, это имя берегло и бережет и город, и горожан в самые тяжелые моменты. Ну, если все-таки заглядывать поглубже в историю, то можно увидеть, что само рождение и города, и его имени происходило в муках. Никто себе представить не может, что у Николаева нет дня рождения. Ни в одном государственном акте мы не найдем официального признания или утверждения Николаева городом. Это дает основания для различного рода трактовок относительно этой даты. Впервые такой вопрос остро стал перед городским руководством в 1889 году. С целью внести ясность была создана комиссия из городских депутатов. Комиссии были доведены 4 даты, каждую из которых можно было принять за день рождения Николаева. Вариант первый. День основания. 10 февраля 1784 года, когда императрица Екатерина II издала указ генерал-губернатору князю Потемкину об устройстве новых укреплений. В числе прочих было поручено основать укрепление небольшое на устье реки Ингул к стороне Очаковского округа. Вариант второй. День именования. 27 августа 1789 года Потемкин известным ордером приказывает именовать новую верфь городом Николаев. Именно этот день принимается многими поколениями николаевцев за день рождения города. Вариант третий. День утверждения. 4 октября 1790 года Потемкин написал Фалееву о Николаеве утверждено, как об Адмиралтействе, также и о верфи. От быстрого строительства первого корабля «Святой Николай» зависела не только карьера Потемкина, но и даруемые права и привилегии города. Это и было даровано Адмиралтейству и верфи после спуска первого корабля 25 августа 1790 года. Вариант четвертый. День официального упоминания. В 1795 году в полном собрании законов Российской империи в первый раз упоминается город Николаев при приписке его к Херсонскому уезду. Это первый государственный акт о Николаеве как о городе.
Меж тем, существование его к этому времени продолжалось более 10 лет под разными именами. Новая верфь, Ингульская верфь, устье Ингула. Это говорит не только о том, что жизнь и развитие самого города были тесно связаны с судостроительной темой, но и о том, что гражданская жизнь Николаева оказалась придатком верфи. Так что можно смело сказать, что вопрос о точной дате дня рождения Николаева остается навсегда без ответа. За всю историю своего существования Николаев ни разу не переименовывался, хотя попытка изменить имя города была. После смерти Ленина по стране Советов прокатилась волна по массовому увековечению самого человечного человека. Именем Ленина назывались улицы, площади, районы, города. Одесский губсовет рабочих и крестьян предложил украинскому советскому правительству переименовать Николаев, который в то время был уездным городом Одесской губернии, в Верно-Ленинск. Но Центральная административно-территориальная комиссия отклонила, к счастью, горожан это ходатайство. Но сведения о такой попытке попали в прессу, и на некоторых европейских картах 20-30-х годов прошлого века Николаев обозначен как Верно-Ленинск. Как бы то ни было, город получил свое имя. И я предлагаю попытаться осмыслить, да, значение этого факта для мифологии Николаева. Вот для этого я предлагаю поиграть в такую игру. Да, вот по Фрейду, пожалуйста, вот первая ассоциация, которая возникает в вашем сознании, когда вы слышите город Николаев. Да, и какое значение для формирования городского мифа имеет эта ассоциация? Город Николаев, святой Николай, покровитель мореплавателей и строителей кораблей всего мира. И в то же время это закрытый город. Это огромная ошибка. Закрывать город, названный в честь святого, который требует открытости априори. И вот от этого, мне кажется, и происходит весь хаос в смысловом пространстве Николая. Вы знаете, у меня другая ассоциация. Потому что мне кажется, что святой Николай – это такой персонаж, который приносит праздник, который приносит подарки. Ну вот просто подумайте, да, ну так вот. Почти на две недели ближе к Новому году, чем вся остальная Украина, да, после зимнего Николая, там идут праздники, 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 каждое крещение. Ну, другое дело, что мы эти праздники праздновать не умеем, но я надеюсь, что мы научимся. Да. Да, но святой Николай указывает нам на то, что городской миф должен быть светлым. Он должен быть радостным, да, и, в общем, этого достичь не так уж сложно. Да, нужно просто проявлять солидарность, или, как раньше говорили, да, просто любить, там, уважать друг друга, и тогда исчезнет главная причина вот этой физической и смысловой неразберихи и грязи, в которых мы тонем, да, исчезнет недолюбленность. И недосказанность. Ну, я надеюсь, что вместе с этим исчезнет и недострой. Ну, а тогда уже и кровь общества почистится. Да. Да поможет нам святой Николай. Николаев, рідне місто, корабель в край та оптимістя. Николаев, рідне місто, інженери в край та програмістя. Рідне місто. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На
булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали, и белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою, и как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым остовом над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.